сыщик Волдырев вошел несмело в присутствие и вытер лоб платком. Там все вокруг кипело и скрипело. Где можно справку взять? Затем окном. Чиновник с длинным угреватым носом писал пером за письменным столом. Мужчина обратился вновь с вопросом. Спустя минуту повторил потом. Настойчиво прошу заняться мною. Он положил бумажный рубль на стол. Я на минуту вас побеспокою. Чиновник даже ухом не повел. Помещик понял, дело безнадежно. Швейцар шепнул. Вы дайте 3 рубля. Чиновник взял бумажку. Мне не сложно, я в курсе, вам принадлежит земля. Он внес необходимую поправку, подал галантно Волдыреву стул, распорядился, тут же выдал справку. Помещик даже глазом не моргнул. Приветливо спросил об урожае, любезно улыбаясь, делал вид по лестнице, радушно провожая, что помнит он помещика и чтит.